Сегодня в республиканской столице прошли полуфинальные мероприятия проекта главы республики «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии». Важной частью полуфинала являются ведущие эксперты федерального уровня, которые на протяжении 4 дней будут работать с участниками. Они будут оценивать не только труд полуфиналистов, но и оказывать консультационную помощь в подготовке заданий. Подробности у Мурата Джанкезова. Кадровый резерв Карачаево-Черкесии – это специально сформированная группа квалифицированных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми для выдвижения на новые должности профессионально-деловыми качествами и потенциалом развития. В проекте участвуют граждане России старше 21 года, имеющие законченное высшее образование. Как говорится, кадры решают все. Очень важно, что республика обращает большое внимание на формирование резерва, на работу по развитию человеческого капитала. И мы понимаем, что это ключевое конкурентное преимущество, которое сейчас определяет успех регионов в такой глобальной конкуренции. И важно, что республика уделяет этому большое внимание. Надеюсь, что работа наших экспертов будет полезна. Итогом должно стать разработка предложений по реализации программ в регионе, в самых разных отраслях. И надеюсь, что лучшие из этих проектов найдут свое воплощение. Конкурс инициирован главой республики и поддержан, сопровождается северокавказским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Мы все прекрасно понимаем, что это чрезвычайно важное событие в республике. Вообще Северный Кавказ дает нам самые ценные, замечательные кадры. Безусловно, конкурсы, безусловно, образовательные программы очень важны для растущего поколения и в Карачаево-Черкесской республике, и на всем Северном Кавказе. Предусмотрено 3 этапа – заочный, полуфинал и финал. Сегодня полуфинал. Будут проводиться конкурсные мероприятия для оценки управленческих навыков и уровня профессионализма участников. Здесь люди проходят настоящий конкурсный отбор, чтобы попасть в этот кадровый резерв. Проходит несколько этапов, доказывают свои амбиции, представляют свои проекты, выбираются лучшие и достойные. Программа полуфинала включает в себя мастер-классы по дизайн-мышлению и командообразованию. Уровень участников оценивает 17 федеральных экспертов, модераторов и психологов. Среди них доктора и кандидаты наук, представляющие самые разные регионы и научные центры страны. Карачаево-Черкесская республика всегда славилась своими талантливыми жителями, которые и в рамках реализации проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв» проявляют себя с наилучшей стороны, показывая высокий уровень знаний, навыков, компетенций, высокий уровень инициативности и ответственности в рамках реализации подэтапов и этапов реализации проекта «Кадровый резерв». Посмотреть на каком-то уровне. Во-первых, для этого мне это нужно было. Во-вторых, познакомиться с умными, креативными и с будущей республикой, как минимум, я так думаю. И в дальнейшем, если получится, то посмотреть, может быть, я войду в финал и стану победителем. И чем-то могу быть полезен нашей республике. 4 дня будет проходить конкурс полуфинала проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв», а финальные мероприятия пройдут уже в октябре. Мурат Джанкезов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.